эфире служба новостей «Саров-24» в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Земля Серафима Саровского. В духовно-научном центре прошла ежегодная конференция. Ожившая сказка. В детской библиотеке открылась выставка работ воспитанников студии мультипликации. Как саровчане оценивают качество дорожного покрытия в городе. Далее расскажем обо всем подробно. В России расширена программа материнского капитала. Его размер увеличен. Если первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января этого года, семья получит 466 617 рублей. При рождении в такой семье второго ребенка мат-капитал увеличится на 150 тысяч рублей. Материнский капитал будет ежегодно индексироваться. Претендовать на получение средств на первенца сможет также отец, если он единственный усыновитель ребенка. Пенсионный фонд примет решение о выдаче сертификата в течение 5 рабочих дней вместо 15. Если потребуется уточнить какие-то сведения, то этот срок может быть продлен до 15 дней. Семьям больше не нужно будет собирать пакет документов на получение госуслуги, в том числе подтверждать место своего жительства. Пенсионный фонд будет сам выяснять всю необходимую информацию из государственных информационных систем. Срок действия программы материнского капитала продлевается на 5 лет, до 31 декабря 2026 года. Вложить выделенные государством деньги можно будет в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. К другим новостям. 12-я конференция «Земля Серафима Саровского» собрала в зале Духовно-научного центра представителей образовательных организаций. Мероприятие приурочили к 75-летию Великой Победы. Одной из тем стало духовное воспитание подрастающего поколения. Подробности далее. В этом году конференция «Земля Серафима Саровского» была направлена на духовное и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Школьникам и студентам показали видеоролик с фронтовыми кадрами, снимками победы над фашистскими захватчиками, рассказали о клириках Нижегородской епархии, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. В зале собрались и молодые, и представители более старших поколений. Эта конференция вносит свою роль в духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Она служит светлым целям борьбы за мир. По словам заместителя главы администрации по социальным вопросам Сергея Анипченко, сейчас в городе осталось 724 свидетеля войны, 30 из которых непосредственные участники боевых действий. Главная задача подрастающего поколения – не потерять с ними связь и быть достойными их подвига. Участники конференции выступили с докладами на тему духовного воспитания молодежи и рассказали о важности культурных традиций. Игумен Никон подчеркнул, что души погибших бессмертны, а самое важное человеческое качество, которое помогло победить врага, любовь к родине и ближним. Духовной основой, я бы сказал, только что мы видели, является любовь. Любящее сердце может стать на защиту и маленькой родины, и большой родины, и любимого человека. На конференции обсудили деятельность патриотических организаций города, работы участников конкурса «Православный колумнист» и серафимовских детских чтений. Посмотрели видеоролики межрегионального проекта «Александр Невский». Песни военных лет для гостей исполнили солисты вокальной студии «Аллегра» и студенты Саровского физико-технического института. Ветеран ядерного центра Николай Силаев получил из рук главы администрации сертификат на приобретение жилья по программе поддержки переезжающих из Сарова на постоянное место жительства. Новую квартиру мужчина решил купить в Нижнем Новгороде, чтобы жить рядом со своими родственниками. Претендовать на субсидии выезжающим из ЗАТО на постоянное место жительства могут саровчане, имеющие не менее 15 лет трудового стажа на предприятиях государственного, регионального или муниципального подчинения. Подробную информацию можно получить по телефону 9-77-51. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчан приглашает на очередное занятие школы ответственного собственника. В этот раз темой встречи станет обеспечение жителей города теплом и горячей водой. В роли приглашенного эксперта выступит главный инженер акционерного общества обеспечения «РФЦНЕФ» Александр Беляев. Он расскажет о повышении энергетической эффективности системы отопления в многоквартирных домах Сарова. Занятие школы ответственного собственника пройдет 27 февраля в библиотеке имени Маяковского. Начало в 17:30. Для лиц старше 16 лет. В Нижегородской области работает горячая телефонная линия по вопросам сбора и вывоза мусора. Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция региона. Нижегородцы могут обращаться по вопросам несвоевременного вывоза твердых бытовых отходов, переполнения контейнеров, неудовлетворительного содержания контейнерных площадок по телефону 8 831 430 79 19.
Сборная команда Саровского центра тестирования ГТО стала лучшей. На областном зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Соревнования, в которых приняли участие более 200 спортсменов, прошли на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Выездное. Никита Кошкин, Светлана Кузьменко, Дмитрий Шумкин и другие саровские спортсмены показали лучшие результаты в своих возрастных группах и принесли своей команде золотую медаль. Для всех самозанятых граждан Нижегородской области стал доступен специальный режим – налог на профессиональный доход. В Сарове его платят уже около 100 человек. Их освободили от использования контрольно-кассовой техники и от отчетов перед государственными органами. Кому подходит новый режим и какие платежи он заменяет, расскажем в следующем репортаже. Специальный налоговый режим для самозанятых граждан, налог на профессиональный доход, с этого года ввели еще в 19 субъектах России, в число которых вошла Нижегородская область. Спецрежим могут применять индивидуальные предприниматели или граждане, которые получают деньги от самостоятельного ведения деятельности, не имеют работодателя и не привлекают наемных сотрудников. Оказание косметологических услуг на дому, репетиторы, фото-видеосъемка на заказ, сдача в аренду посуточно или на долгий срок квартир, юридические консультации, перевозка пассажиров и грузов, организация праздников. Сюда же относится и торговля продукцией собственного производства. Для тех, кто работает с физическими лицами, налоговая ставка составляет 4%. Для тех, кто имеет дело с юридическими лицами – 6%. Никакой отчетности сдавать не нужно. Чеки формируются, то есть это все делается в мобильном приложении. До 12 числа как бы вы формируете, то есть чеки, у вас, вам приходит сумма налога. Все автоматически. То есть заполнять ничего не нужно. И до 25 числа вы должны будете его заплатить. Существенные плюсы новый налоговый режим имеет, например, для тех, кто официально сдает квартиру. Если ранее собственник платил 13% от суммы ежемесячного платежа, то теперь с него будут вычитать 4%. Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Зарегистрироваться можно на мобильном приложении «Мой налог», то есть на сайте налоговой службы, либо в банке. Для этого нужно только паспорт. Налог на профессиональный доход нужно платить, пока сумма дохода не превысит 2 400 000 рублей в течение года. Подробнее о новом режиме можно узнать в операционном зале налоговой инспекции, на сайте ФНС России или по телефону 3-68-39. Передвижная фотовыставка «Фронтовой портрет. Судьба человека» открылась в молодежном центре в рамках празднования юбилея Великой Победы. Все экспонаты предоставили жители нашего города. Архивные фотографии, наградные и документальные материалы хранят память о вечно молодых солдатах, оставшихся на фронтах Великой Отечественной войны, о славных ветеранах, подаривших нам мирное небо над головой. В преддверии празднования юбилея Великой Победы в молодежном центре открылась передвижная фотовыставка «Фронтовой портрет. Судьба человека». На них отражено все – и злодеяния оккупантов, и героическое бесстрашие, которые проявляли воины, сражавшиеся с нацизмом в Великую Отечественную войну. 1418 дней перевернули жизни десятков миллионов людей. Все это нашло отражение в мемуарах, журнальных статьях, художественных и документальных фильмах. Но они были бы неполными без фотографий военных лет. На данной выставке у нас представлены фотографии людей, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, ветеранов наших замечательных, которые дожили до сегодняшних дней. Конечно, с каждым годом ветеранов все меньше и меньше, но память о них хотелось бы сохранить надолго. И вот эта выставка прекрасно показывает то, насколько жители нашего города помнят и чтят своих родных и близких. В экспозиции приняли участие более 40 саровчан. Все они принесли военные фотографии своих предков и приложили к ним биографию героев. А кто-то на выставку предоставил оригиналы военных документов, медалей и ордена. Целый стеллаж у нас посвящен тоже людям, которые воевали в годы войны. Есть очень интересные документы, вот если их вынуть, дай посмотреть, то есть подписаны и Сталиным, и многими другими главнокомандующими именно тех лет. Выставка продлится до конца мая. Посмотреть ее может любой желающий без возрастных ограничений. Экспозиция постоянно пополняется. Если у вас остались фотографии военных лет, их можно принести в молодежный центр. Там они займут почетное место на стеллажах. Подробности по телефону 9-91-08. Если асфальт уложить по всем правилам, то он должен служить не один год. Но, как показывает практика, эта теория далека от реальности.
Каждую весну жители нашего города наблюдают появление на дорогах глубоких ям, даже в тех местах, где полотно было недавно отремонтировано. В этом году из-за перепадов температур ямы стали появляться еще зимой. На улице царит непонятная погода, то ли зима, то ли весна. Постоянная смена температуры с минуса на плюс и наоборот. Это очень отражается на дорогах нашего города. Пойдемте узнаем у саровчан, удовлетворены ли они нашими дорогами. Конечно, нет. В данный момент нет. Одни выбоины. А почему? А где больше? Ну вот по Курчатову мне вот чаще приходится ездить. Здесь выбоин много. Ну и там везде Парзамаск, но это основные дороги. И здесь тоже много выбоин. Ну, очевидно, зима такая. Куда денешься? Мне кажется, что после зимы наши дороги всегда в ужасном состоянии. Очень много ям, и очень страшно оставить там свои колеса. Ямы? Не устраивает. Ям много. Почему? Что? Где больше? Надо ли их залатать вообще? Да, конечно, надо. Ты что, по всему городу одни ямы. Да, подъезд к магазинам вообще никакого, подъезда одни ямы. Вчера я шла пешком, вот, Курчатова улица. Зимний ремонт дороги был, так? Ямочный. Ну вот я вчера наблюдала. Там вот, да, асфальт новый лежит, но он вот так вот лежит, вот, бугром просто. Сами видите, наверное, какие ямы, разбитая дорога. Еще только февраль месяц, как мы говорим, а дальше больше, оно все хуже будет. Из-за того, что вот некачественно, наверное, выложен асфальт нашими работниками. Ясное дело, что может быть лучше, чем где-то. Но только сейчас приехал с Соломасова, ну, дороги ниже средних, ну, так скажем. Ну, я понимаю все эти трудности, всю эту погоду, поэтому считаю, что... И уже видел, что даже вот... Вчера дождь шел, а дороги ремонтировали нас внутри города. Поэтому, мне кажется, все-таки думают об этом немножко. Для вас опрос про дороги проводили Ирина Шагородцева и Евгения Шевцова. В Центральной городской детской библиотеке имени Пушкина открылась выставка рисунков учеников мультстудии «Кадрики» детской школы искусств номер 2. На презентации экспозиции преподаватель студии рассказала посетителям о том, как рождается мультфильм, и показала некоторые работы своих воспитанников. Подробности в следующем репортаже. На выставке «Ожившая сказка» представлены работы как самых первых воспитанников студии «Кадрики» детской школы искусств номер 2, так и тех, кто недавно начал постигать основы этого искусства. Ребята у нас рисуют персонажи, фаны, какие-то детали. Потом за станком по сценарию они снимают все сцены. И потом у нас получается мультик «Ожившая сказка». Поэтому выставка наша так и называется. И можно посмотреть, что из себя представлял наш мультфильм. Мультстудия «Кадрики» существует уже четвертый год. Учиться туда приходят дети с 7 лет. Целый год малыши учатся рисовать, постигают основы актерского мастерства, чтобы озвучить своих персонажей, изучают анимационные этюды. Например, разбирают, как падает шар или двигаются мышцы на лице человека. То есть рисуем портрет, допустим, из пластилина, оживляем человеку рот, делаем простейшие элементы, как глаза хлопают. На самом деле это очень сложно, но вначале... Проходим, допустим, как лист падает. Самыми первыми зрителями выставки стали воспитанники ближайших детских садов. Преподаватель кадриков рассказала им, что научиться делать мультфильмы может каждый ребенок. Для этого не нужно предварительной подготовки или специальных навыков. Надо просто очень любить мультики и хотеть их снимать. Работы воспитанников детской школы искусств номер 2 можно посмотреть в Центральной детской библиотеке имени Пушкина до конца весны. Сами мультики размещены на канале студии в Ютубе, без возрастных ограничений. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.